В районе Аккулы открыт мемориальный камень, посвященный известному биообщественному деятелю, члену Алашорды Мукатаю Мушекиёлу. В 1913-28 годы он работал в Бескаргайском районе. Памятный камень установили его потомки. Для правнуков и праправнуков Мукатая-ата сегодняшний день очень значимый. Прежде всего, потому что осуществилась мечта его потомков. Установлен мемориальный камень. Мукатая-ата, будучи членом партии Алашорда, вместе с тремя сыновьями подверглись репрессиям. В 1989 году его имя было реабилитировано. Сведения о нем хранятся в архиве области.